Приветствую всех! С вами Низирамос, мы продолжаем проходить первый Resident Evil, не используя травы. И не перезаряжая оружие вручную, кроме гранатомета. То бишь базуки, потому что там других вариантов нет. Ее либо вручную перезаряжать, либо никак не перезаряжать. Лучше уж вручную. Спать. Тело. Сейчас повезло, нормально с ним справился. По идее, можно убрать пока наше оружие, потому что в ближайшее время никого не предвидится, насколько я помню. И насколько я помню, у меня в... Как его зовут? Кроме вот этого места, по-моему... Я не помню, нужен еще этот рычаг будет или нет. По-моему, эта рукоятка будет не нужна больше. Я могу ошибаться, конечно. Как говорится, я, конечно, не эксперт. Сейчас батарея вон там лежит. Сейчас мы ее аккуратненько переставим. Такое ощущение, как будто вот эта маска неправильно вот этого генератора сбилась. Странное дело. Хотя, по-моему, так и было, собственно, в оригинале. Скорее всего, это просто баг оригинала, что вот этот, ну, двигатель этого лифта или что вот это за конструкция, что он не... находится как бы на переднем плане и не перекрывает с собой все остальное. Я серьезно не помню, нужна мне эта рукоятка или нет, но с местом у меня немножечко напряжно. Ну давайте я все-таки пойду скину ее. Ой, не в ту сторону. Извините. Кстати, в этом прохождении вообще в подвал ни разу не зашли. Это забавно, что за Джилл так можно вообще ни разу не зайти в подвал в принципе. Крису так не повезет. Так, у меня один спрей. Так, медаль надо поближе подложить. Давайте я сделаю сохранение. У меня этих лент дофига. Просто чтобы
защитить свой хороший результат, что я нормально первого охотника в этой серии обошел. Ну и просто, чтобы не тратить больше времени на установку батарейки. Если я сейчас в подземелье сдохну. Я вот не помню, кто мне в подземелье нужен будет, в принципе. Именно кого гасить надо будет. Потому что кое-где от охотников будет быстрее просто тупо сбежать нафиг. Так, я же убрал? Да, я убрал. Нашу ленточку. Главное сразу взять спрей, когда я попаду в ту комнату, где в ремейке сделали полноценный лифт на нижний уровень. Здесь лестница. Такая ржавая. Мокрая, сырая. Или здесь все-таки нужна рукоятка? Не, шестиугольная. А у меня квадратная рукоятка. Значит, все-таки мне не нужна она. Потому что шестиугольную мы как раз найдем здесь, в этом... Это подземка. Oh, Jill, what good timing. A moment ago I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Oh, yes, please. I'm a little nervous. I understand. It may be more dangerous if you come behind me. Be careful. Perry? Такой хаотичный набор звуков. Too close. Let's go together. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. И вот наша вкусняшка. А тут у нас даже гранаты. Вот это как интересно. Я думал, тут у нас будет дробь. Видимо, дробь у Криса. Хо. Разрывные гранаты. Да что вы говорите? Так, ну нам сюда. Здесь мы сейчас возьмем рукоять. И у меня сейчас уже места не будет. Супер. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Wait there. Are you with anybody, Jill? What? Oh, yes. Enrico. So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha!
Так, по-моему, у тебя должен быть предмет. Он не мог двигаться из-за раны, он что-то держит. Вот наша рукоять. Не очень квадратная. И тут никакого охотника не вылезает. Возможно, он у Криса будет вылезать, опять же, я не помню. Может быть, тут из-за того, что тут Берри в этом помещении. Охотника и нет. Так, вот тут я не собираюсь с ними сражаться. Хо-хо-хо-ха-ха. Это было близко. Сейчас закрутим, и я пойду еще раз сохранюсь. Потому что сейчас здесь будут два охотника и паук. Мне бы не хотелось из-за них немножечко слиться. Тем более вот от этого охотника прям еле-еле ушел. Поэтому я иду сохранюсь. Возможно, даже в дом охраны поближе будет. Надеюсь, у собак сейчас не будет. Или охотников. Тут я охренею нафиг с охотниками. Заодно мы сперли предпоследнее лекарство в игре для нас. И ну хорошо, их вообще дают. Как бы. Могли этого не делать. Так, нет, не сюда. А, вот сюда. Так, во-первых. Это, во-вторых, гранаты убираем. Да, лент у меня уже становится не так много. Так, у меня с собой? Да, у меня с собой рукоятка. А то вот это будет смешно тут взять и помереть. Я говорю, я себе не доверяю в этом плане. Ну что ж, сейчас посмотрим, насколько сильно я облажаюсь с этими охотниками. Но я думаю, шансы нормально пройти у меня есть, потому что... Как бы... А что мне должно помешать? Расстояние большое, по идее, я должен успеть зацепить его. Ну хорошо, это не как в бетке... Камень активируется, когда только подходишь к нему, что еще развернуться очень трудно успеть.
Не, ну нормально, чё. Зажигательный гранат. Игра сейчас на полном серьезе такая думает, что я буду бить паука. Вы чё? Господин игра, не офигевайте со своими мыслями на мой счет. Паука бить. Еще чё? Пока. Так, а нафига я сюда? Погодите. Что мне здесь делать? Стоп, тут еще один спрей. А, как круто. Не, значит, у меня точно проблем не будет, потому что я вот про этот спрей совсем забыл. На самом-то деле, хорошо, что сюда заглянул. Я собирался это место... Ой, извините. Собирался это место проигнорировать, но я сюда зашел, по сути, ради того, чтобы освободить место. Оказывается, тут такая красота лежит. Прикольно. Так, я пока так иду. Мы сейчас пойдем камень ушатаем. Так, змеек тут нет. Змейки, я так понимаю, по-моему, за Криса все-таки тоже будут. Но, по-моему, они на этом уровне сложности появляются. Конечно, я могу путать. Мало ли. Я тебе не доверяю, булыжник бешеный. Мне кажется, эта карта там нужна чисто ради того, чтобы вот это помещение обозначить, что оно существует. Если кто-то камень сразу возьмет. Ну, сразу скинет и не будет крутить. Мне кажется, карта только для этого нужна. Потому что это последнее помещение. Этой местности. Берем ключ, по-моему, должен быть, который будет охрененно громкий звук издавать, когда мы его используем. Судеб 2. Хорошо. Давайте ее сразу изучим. Да, ну конечно, запас дроби у меня просто космических масштабов. Если бы я играл не на челлендж без трав, я бы мог одной дробью до конца спокойнейшим образом пройти. Вообще без малейших проблем. Ну, разве что... Ну, тирана, по идее, должно было бы хватить. На первого.
Так, ну эта фигня мне больше не нужна в этом мире. Идем спускаться уже в лабораторию. Достаточно небольшой участок. Самый длинный этап игры — это самый первый особняк до выхода наружу. Потому что он действительно самый большой. Пока все комнаты изучишь, которые можно. Во второй это посещение уже большая часть особняка уже все равно изучена. Да, помню, вот с этими медальками в несостоявшемся порте на Game Boy такая проблема была. Сразу спускаемся еще глубже, тут нам делать нечего. Пока базуку уберу. На самом-то деле. Потому что, ну а кого мне сейчас базучить? Здорово, дружище. Так, это слайд, это нам не надо. Чуть-чуть отвлекся. С кем не бывает. Со мной, например, постоянно. Аргаха. Так, тут у нас что? Стоп, тут. Тут же это место, да? А, стоп, извините. Это вообще не то место, на которое я рассчитывал. Погодите-ка. А где то место? Да, вот здесь мы сейчас эти коды введем. Пароли, точнее. Так, и здесь, по-моему, должна лежать вкусняшка на столе. Так, не тормозим, пожалуйста. Я забыл, что тут нельзя вверх перескочить на Enter.
открыто. И это открыто. Красавчик. На весь экран такой продемонстрировал свою идеальную улыбку. Наверное, он уверен, что его улыбка — это зависть любого стоматолога. Жестоковатая немножечко. Пароль 01. Мы пароли эти не читаем. О. Ха, внезапно. Я почему-то у меня возникла мысль, что здесь должно что-то лежать. Там и правда что-то лежало. Хоть, конечно, мне уже лента не пригодится в таком количестве, но фиг с ней, пускай будет. Пора перезаряжать. В смысле, тут тоже лента? Нахрена ее столько тут дают? Нет, это, конечно, нормально. Но... про эту ленту я точно не помню. Я думал, тут какая-то реплика будет на эту дырку. Хотел посмотреть. В бетке в этой дырке должен был зомбак лежать. Но по неизвестной науке причине... он там больше не прописан. Ой, извините. Так, я тут ближе буду стоять. Чтобы я просто мог увидеть, если кто ко мне пойдет. И, кстати, давайте сразу на B2 вернемся, где мы открыли дверь. Там, по-моему, мы должны взять диск. Ах ты... ты тварь! Я что-то забыл вообще, что ты здесь можешь быть еще. Это было тупо. Ну хотя бы не до желтого, ну не до оранжевого хп довел. Хоть что-то. Все, все диски у нас в наличии. Надо еще два применить. Ой, извините, я не сюда, я вниз. И следующее сохранение я сделаю перед походом в энергокомнату.
Ты сдохнешь из этого мира? Нехороший человек. В смысле? Ты тут возродился? Дружище, ты чё? Борзину накушался? Так, стоп. Как тебя правильно двигать? Наверное, вот так. Тебя вот так можно задвинуть, чтобы я тебя с той стороны мог? Да вряд ли, да? Да, я к тебе так не подхожу. Так. Так, через них я перелезть все еще тоже не могу. Чертовски давно это не делал. Ты уже... прямо реально забыл. Так, ну ящики вроде правильно теперь стоят. Ура! Они действительно стоят. Окей, я уж подумал, что не пролезаем. В смысле? И не надо выть на меня. Нечеловеческого уровня существо. Почему возродились зомби вот там вот? Вот за этой дверью? Я не понял. Я, видимо, совсем уже забыл. Мне казалось, они невозрождаемые. Так, вот здесь должен быть, по-моему, еще один спрей. Или... А, здесь нет спрея. А-а-а. Вот оно как интересно. Насчет количества спреев я угадал. Просто здесь не спрей, а травы. А спрей находился... Неприятно. А хватит ли мне тогда? Учитывая, что... А, ну три. Окей, три спрея. Хотя нет, стоп. Откуда у меня столько? У меня было... один спрей я съел после змеи. Спрей, который в доме охраны нашел. Я съел, когда меня поколотили всякие... Когда я в F-образном коридоре чуть не сдох. Один спрей я нашел в... на комнате, где его Берри оставил.
А, один в генераторной в шахте, и один вот в сейв-руме в шахте. Хорошо, понял. Сообразил. А то думаю, что-то не то. Тогда все хорошо. А. Не тыкнул в правильную опцию, думаю, что не происходит. Так, диск у меня с собой. Верно? Да. Ну что, отправляемся, пошумим. Здесь очень легко напороться на урон. Эти химеры с потолка достаточно любят бить. Выдаем питание. Кошмар какой. Чё тут? А он не хочет. Так, ну я думаю, мне два спрея точно должно будет хватить на финального босса. Тем более, если я буду еще постреливать по нему, то он не так уж много раз успеет по мне надавать. Ну тут вообще, конечно, будет жестко. Так. Берем эту. Ты что ты, просто ты конина, блин, что ты бежишь за мной? Ага. Почему я, правда, застрял там, я не понял. Если кто понял, подскажите, мне любопытно. Ха. Это... интересно. У нас же тут слово «удачи» сразу нарисовалась полностью. Когда я загружался в чулане, мне там писало «У», и потом спустя секунду только «Дачи» дописывалось. Охренеть, у меня сейчас такие же звуки, как вот здесь в генераторной, еще и за окном. Фух, повезло, что он затупил. Это я забыл, что вот обычный пистолет, например, издает звук, когда обойма кончается. Чего у него за замедленная такая анимация пошла?
Ой. Так, я перезаряжусь, пожалуй. Не, гранатомет я точно знаю, что плохой. Точнее, нет, я уверен, что он плохой против них. Как если они на потолке. Но я не могу утверждать, что это так и есть. Это только моя уверенность. В смысле? Это почему мне сейчас... Я использовал диск? Почему мне вот это действие, как будто я просто осмотрел его, и только потом мне выдали пароль? Что за новые баги пошли? Нет, я, конечно, понимаю, что я сколько не играл, но не настолько же, чтобы новые баги в игре находить. Вы чё, игра? Одумайся, пожалуйста. А чё, в смысле, ты где? Где ты пропал? Просто взял, где-то пропал. Так, ну что, сейчас сохраняшку делаем очевидным образом, потому что... О. Да здравствует тишина. Ну, вот эти помещения, комнаты вот энергоснабжения, мне не очень нравятся здесь, именно из-за того, что, ну, слишком шумно на фоне всех. А, ну да, я думаю, что это за фигня, нафига она вообще откуда мне взялась? Это он до меня дошел, что это вообще такое. Используем печатную ленту. Аккумулятор потом возьму. И, по-моему, сейчас у нас должно быть все нормально. Джилл! Джилл! You're here, too. Yes, you're here, too? Look, I lost my way. Let's get going. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought.
I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl. But if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Sorry, Jill. How is your family? I was listening to what you and Wesker were talking about. I wish I realized it earlier. I thought it must have something to do with Umbrella, you know. So it's all been masterminded by him. But it's good that you know that now. Anyway, let's get out of this house first. Jill! Yes, what? Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon, called Tyrant or something, I think. Do you think we could see Tyrant now? Barry, you're so optimistic. It would look bad for stars if we let such a dangerous creature run loose. Maybe you're right. Let's go then. Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? Really? Wesker is a crazy man. Tyrant is not completely developed. But we can't let it live. That must be the computer for monitoring this creature. Damn you! It can't control what it does.
Так, валим, валим, валим. Сколько у меня? А у меня еще есть пуля, хорошо. В смысле? Ты чё, дружище, не на меня идти? I was clumsy. Let's get going. Whew. Так, дверь. Не надо промахиваться мимо двери. What happened to Wesker? Wesker must have set it off. There's not much time left for us. Ну что ж, можем сходить сейчас сохраниться, потому что впереди нас еще ждут химеры, которые меня могут немножечко понадкусывать за всякие места интересные. Ну, давайте спасем прогресс. Конечно, ничего сложного не было вот с момента, как я прошлое сохранение делал, потому что, ну, с оружием огнестрельным первая битва с тираном вообще ничего сложного не представляет. Так, мне надо, по-моему, просто тупо в противоположный конец коридора попасть. Логично. Ну хорошо, хотя бы не добил, а просто довел до низкого ХП. Я не в ту сторону побежал. О, Джилл! О, Крис! So you're okay? Yeah, you too. What happened to Wesker? Let's talk about it later. Let's get out of here. Вытащили напарника. Теперь отправляемся на выход. Я уж так, куда еще? Не на вход же. Let's go. А точек сохранения у нас больше нет впереди. Ну, потому что через химер я, очевидно, не пойду, потому что я на них ХП еще потеряю кучу.
Я имею в виду до сохранения, я не пойду через Химер. Как-то мне, разумеется, пришлось пройти через это помещение. И тут еще третий, по идее, будет, да? Перезарядочка. И по идее мне не нужно супер много десятков патронов. Let's go. По-хорошему, мне надо взять с собой вот эти две игрушки. И вот это. И, в принципе, я могу даже взять, ну, вот такой набор, что у меня уже готов. Я почти на 99,9% в периоде процентов уверен, что мне не пригодится дробовик в этой ситуации. Ну, потому что о чем мне с дробовиком-то делать? Кстати, надо отдать должное Брэду, несмотря на то, что он струсил и взлетел. Все-таки он до самого последнего момента пытался связаться со своими товарищами. Так, ну что ж. Сейчас будет весело. Ну, прямо отсюда запускаем. А что, теряться? И надеюсь, что я выжил. Не хочу сдыхать, честно скажу. Да, достаточно близко летал. Для убийств вышла на дорогу. Да, Брэд, ты вообще собираешься скидывать боеприпасы? Дружище, ты...
Кстати, тут нет анимации наклоняться за ракетницей. Мне казалось, что есть. Какой же он обгоревший. И какого же странного цвета он стал, самое главное. Ну что ж, смотрим финальную заставку. Прошли на лучшую концовку. Спасли обоих напарников. Взорвали особняк Спенсера. Правда, взорвал твоего технический Уэскер. И у нас начинаются титры. Так как это у нас DualShock издание, у нас титры будут без заднего фона. Ну, вот этих заставок каких-то геймплейных на заднем фоне. И титры раза в два длиннее, по-моему, в этой версии. В общем, прошли челлендж. Ну, он не то что сложный, скорее просто, скажем так, очередной повод вернуться, чтобы не просто очередное 100-510 прохождение подряд без каких-либо условий делать, а чтобы хоть что-то необычное попробовать, в том числе. Ну, действительно поднапрягал немножечко местами. Не отсутствие лекарств. И под конец я, по-моему, вообще все слил, что у меня было. Но, правда, остался с зеленым здоровьем. Но все равно. Удивлен, что у меня какие-то баги полезли очередные, что вот этот текст на машинке с третьим кодом в электростанции как-то неправильно начал возникать. Раньше я не припомню вообще, что у меня какие-то проблемы с текстом там были. Но что поделать, не так страшно. И до этого прохождения я совсем забыл, что тут есть рандомное либо здоровье у врагов, либо урон, который я им наношу, как-то немножко рандомно идет. Что то охотник умирает с одной кислотной гранаты, то еще после одной кислотной гранаты требует аж две дробины в себе. Это меня удивило, я совсем забыл. Я думал, что тут фиксировано, что одна кислая граната убивает охотника, две пули скольд питона убивают, и там три или четыре, вот я не помню просто точное количество, дробины. Я склонялся, что три дробины нужно на охотника, но... Как показывает практика, не факт. Может быть, можно вообще совсем неудачником быть и в
вообще там 4 пули, и охотник еще выживет. Я не знаю, может быть такое тоже возможно. Я думаю, я попробую такое же прохождение еще и за Криса сделать. За него будет чуть-чуть посложнее из-за того, что у него оружия не будет, вот этой базуки крутой. Но зато у него здоровье покрепче, он сможет куда дольше, куда больше, точнее, урона выдерживать. Resident Evil. Красота. Ну, результат, конечно, 16 сохранений, блин. Позорище. Столько сохранений потратить. Я сохранюсь на второй, просто зафиксировать результат. Правда, ничего особого в этом результате вообще нет. Да, мы вообще ничего не получили. Ну, в общем, на этом я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих прохождениях. Всем пока!